Це програма «Точка зору». Я Олексій Якименко. У нас сьогодні в гостях Вячеслав Богуславський. Ми продовжуємо осмислювати новий суспільний договір в громадянському суспільстві. Слава, таке от питання. От щоб домовився чоловік з дружиною, так, вони домовляються на принципах, як я це розумію, так, от є ідентичність людини. Так? От її родина, так, де вона жила, так, от яку освіту вона отримала. Так? Те ж саме у чоловіка. Друге, це, напевно, домашнє господарство, яке в них є. Так? Ну і от на основі цього вони вибудовують правила своїх взаємовідносин. Так? Скажи, будь ласка, які принципи, щоб всі українці, оскільки в нас є 42 мільйони, так що вдома, основні принципи? Очень правильный вопрос, потому что на самом деле на верхушке вот этой вот пирамиды изменения системы нужно говорить о принципах. На каких принципах будет построена новая система? Здесь мы продвинулись очень серьезно, потому что кроме той инициативы, которая, назовем ее, как бы это правильно сказать, такая вот сугубо рабочая хартия будущего, это сугубо рабочая площадка. Там рождается как бы материал для договора. А есть еще такая площадка, как Конкордия. Конкордия в переводе согласие. И вот там были согласованы те принципы, на которые мы рождаем. Какие принципы основные? Основные принципы — это не доминация. Конечно же, если мы договоримся о том, что нам нужно на каком-то этапе, чтобы кто-то нами командовал, мы можем об этом договориться. Ну, я понимаю, что ты большой профессионал, нам нужно воевать, я не профессионал, я тебе подчиняюсь, мы об этом договариваемся, и тогда уже наступает принцип доминации. Но перед тем, да, мы договариваемся, когда вступает в силу принцип доминации и принцип и все остальное. Второй четкий принцип — это принцип неконкуренции. Мы считаем, что именно западный мир и погубит, и уже, в общем-то, погубило. С одной стороны, конкуренция — это постоянная тренировка, это очень хорошо, ты постоянно в тонусе, все это классно. А с другой стороны, это постоянное напряжение. Ты постоянно ожидаешь, как тебя обгонят, как тебя перегонят, как тебя догонят, как тебя растопчут. Ты должен, когда сам бежишь, всех растолкать, потому что иначе как же ж. Ну, добежать до ресурса. Став, вибач, от я з села, так? Да. От я поїду на Пасху в село, так? Я захочу запропонувати своїм колегам осмислити суспільний договір. Да. От я скажу одному своєму родичу, другому, так, от що. А давайте на ці принципи. Скажи мені, ці принципи, пропонуючи яким, отак, от, щоб вони їх осмислювали, об'єднувалися і пропонували інше. На цьому рівні. На цьому... Это будет звучать очень банально. Но на самом деле, вот это моя интерпретация всего, что мы делаем. Человек человеку человек. Это, в общем-то, самый главный принцип. Я к другим людям отношусь по-человечески. Конечно же, христианство говорит о том, что я должен всех любить. Мне сложно всех любить. У меня есть вопросы. Возможно, я не все понимаю, но точно сложно всех любить. А буддизм говорит о том, что ко всем нужно относиться спокойно. Мне сложно ко всем спокойно относиться. Я такой эмоциональный парень, я это вот. Но вот по-человечески относиться к другому человеку, да, что говорится с неким уважением. Вот я считаю, что если бы наши политики относились к людям, вообще к людям, не к определенным людям, которых они называют людьми, а всех остальных не понимают, кто это такие, а к людям, как к явлению, относились по-человечески, было бы все по-другому. Но и все равно в этой системе это невозможно. Так вот, принцип очень простой. Ребята, мы вообще-то, нам делить нечего, нам надо создавать. Давайте договоримся, как мы поделим. Вот мы сядем сейчас, договоримся, с уважением друг к другу. Договоримся, у нас есть все, это наше, мы это четко понимаем. По праву рождения в Украине у меня есть записано везде одна какая-то там часть. 42 миллионная. Угу. Первый вопрос. Что это такое? Объясните мне. Что, чем я владею? Чем конкретно? Где список? Где моя, так сказать, часть? Это же моя часть. Я имею право на нее. Хотя бы узнать, что это такое вообще. Дальше я понимаю, что это такое. Я понимаю,
чтобы ну, сегодняшний мир пришел к тому, что есть там корпоративное право, что есть какие-то вещи. Мы с тобой можем договориться, что мы используем свои части в какой-то там определенный труд. Там, да? И мы людям говорим, ребята, вот если мы сделаем вот это, мы получаем вот это, вот здесь вот так, и мы договариваемся. Это первая часть. Второе. Да не, создавать надо, ребят. Хватит бегать за ресурсами. Ресурсов не хватит. Сейчас идет четвертая мировая война. Четвертая, я это называю, потому что холодная война это была война. Четвертая мировая война, посмотрите, что творится в мире. В общем-то, в сытом мире, казалось бы, нет, он не сыт. И даже самые продвинутые страны, такие как Швеция, не могут уйти с этой войны. То есть договариваться на базе того, так, что создавать то, что нам нужно для нашего комфортного существования. Ребята, конечно, у соседа 5 яблок, у меня 0. Конечно, сосед мудак, но что тут непонятно, надо пойти у него отобрать. Другое предложение, ребят. А давайте посадим яблоню, и пол яблони будет твое, а пол яблони, у него будет пол яблони плюс 5 яблок, а у меня будет пол яблони и 0 яблок. И все. Ну мне хватит, моей пол яблони хватает. Хватает мне. Мы же уже, ну я очень надеюсь, что мы же уже начинаем понимать, что к сожалению, деньги как мерило необходимости перестали значить хоть что-то. Если бы они хоть что-то значили, наверное, все было бы не так. Во всяком случае, у Виктора Федоровича... Мы живем в материальном мире? Да, мы живем в материальном мире, потому что мы сами решили, что мы живем в материальном мире. Нет, мы не живем в материальном мире. Мы де-факто, мы живем в мире духовном. Де-факто, мы живем в мире материальном. Мы живем в разных мирах. Что первично, мы сами определяем. Сегодня мы определили, что он материален. Да плевать я хотел. Я нормально кушаю картошку с грибами. Ну, вообще, прелесть. Мне не надо эти перепелиные яйца. Я не против перепелиных яиц. Но картошка с грибами тоже хорошо. Мы не будем спорить, Аристотель. Это всегда будет. Это будет всегда. Слав, хорошо. Чтобы создать комфортное государство, так должны профессионалы быть, которые мне скажут, какая экономика должна быть, так вот, какое правило, какие взаимоотношения с другими государствами, да. Так вот, что нам делать сейчас для того, чтобы завтра вот так, мы сделали еще комфортнее. Так вот, люди не могут между собой договориться, на каких принципах базовых, начальных, ценностных мы должны вот так вот започатковать свой процесс. Я предлагаю немножко по-другому пойти, потому что принципы это все-таки довольно высокая абстракция. И действительно, вот, хотя я в команде «Хартия будущего» самый неуч. Ну вот честно скажу, я вот такой чувак из народа. Я видел тебя. Чувак из народа. То есть, почему мне важно, чтобы я понимал, да? Потому что я считаю, что если я пойму, то самый последний, так сказать, дядя Вася, который живет в селе... Дядя Вася, дядя Петя. Да. Про что он договаривается? Им договариваться по следующему. Значит, первое. Да, дядя Вася алкоголик, вот так вот, а дядя Петя имеет магазин. Да. Он один голодный, другой сытый. Они да. Могут договориться? Конечно. Конечно, потому что вопрос заключается не в том, что он сегодня один голодный, а один сытый. А сытый жизнь не хочет с голодным. Сейчас объясню. Жизнь странная штука. Я знаю столько сытых, которые стали голодными. И столько голодных, которые стали сытыми, и потом еще 3 раза поменялись ролями. То есть, я уверен, что если в 2012 году мы пришли бы с тобой к Виктору Федоровичу и сказали, не будет у тебя страуса, он бы развернулся, посмотрел свои КАМАЗы и сказал, иди отсюда, чертовой матери, придурок. А оказалось, жизнь мудрее всех нас вообще, вместе взятых. И тут мы говорим о том, и это очень важно, мы говорим о будущем, чувак, мы говорим о будущем. Будущее это то, что ты должен взять на себя сам, твое будущее. Значит, что говорит сытый? Сытый говорит так, я сытый, все хорошо, но голодный же сидит, завтра чем он будет голоднее, это же даже так же рабство ушло, чем голоднее, тем он злее. Завтра он допустится до такой степени, что он приедет, меня спалит что-то. Только за то, что я сытый. Только за это. Поэтому умные начнут поговорить. Конечно.
Умные начнут договариваться. Я очень надеюсь, что наш народ не просто умный, он мудрый. И мы договоримся. Хорошо. То есть мы говорим рабство, так? Мы сказали феодализм, так? Да. И я думаю, что в следующих передачах мы перейдем вот так вот, каким образом солидарные отношения выстраиваются. Вот так вот. С нами был Вячеслав Буйславский и Алексей Якименко. Вот так прямо точка зору на канале IATV.